Завершено строительство трансадриатического газопровода, предусматривающего транспортировку природного газа из Азербайджана в Европу. Об этом сообщается на официальном сайте консорциума ТАП. Газопровод заполнен природным газом от турецко-греческой границы до приемного терминала на юге Италии. В настоящее время завершается подготовка к запуску коммерческих операций. Планируется до конца этого года начать поставки газа, природного газа из Азербайджана, из Каспийского бассейна впервые в истории по прямой линии в страны Европы. В будущем возможно подключение сюда, за исключением Шах-Дониз, также других источников, например, других месторождений Азербайджана, либо других желающих сторон. Это грандиозный проект, который является, пожалуй, если не крупным, то одним из крупнейших промышленных проектов в мире. Общий объем инвестиций составил около 40 миллиардов долларов. Таким образом, энергетическая безопасность Европы неразрывно связана с безопасностью Азербайджана.